Всем привет! Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись? Нет, как всегда, по-русски. Мороз. 10 раз на посошок, а потом еще с ночевкой останется. Все мороз. Сегодня 30 марта 2023 года. Санкт-Петербург завалило снегом, что стало для его жителей неожиданностью для этого периода. Когда же нам ждать прихода настоящего весеннего тепла? Сегодня в Санкт-Петербурге снежный покров достиг высоты 18 сантиметров. Санкт-Петербург оказался в холодной части циклона. А вот в Москве, например, снегопада нет, и похолодание оказалось очень коротким. Завтра еще будут заморозки, но температура начнет повышаться. У нас в Питере сегодня самый холодный день, и температура понижалась даже до минус 7. Но днем около нуля и светит солнце. Вот и для автомобилистов. Пока менять зимнюю резину на летнюю не стоит до середины апреля. Даже не из-за вероятности снега, а из-за температуры. Вот для Питера снег весной – это абсолютно нормальное явление. И только с середины апреля осадки начинают выпадать уже в виде дождя. Но люди все равно считают, что весна должна наступить с 1 марта. Питер, Адмиралтейский район, Пионерская площадь. И сегодня выдалась идеальная зимняя погода, причем довольно морозная. Ясное небо, солнце, на дорогах сильная гололедица. Выпавший накануне снег по-прежнему украшает деревья и крыши. Солнце, поэтому не хорошее. Солнце сильно. Вот.
Солнце. Короче, как картинка. Shutterstock Music.